Решкодоводится места цен, и так пришла настоящая зима. И вот такой тип резины уже не идеально справляется с своей задачей, так как это резина Гисловет, что там, Nord Frost 100, который покупал в 2016 году. Для Шкода Октавия А7 бельника, которая у меня была. Так случилось, что покрышки остались. Но не остались шипы. Шипов осталось очень мало. Ладно, будем ставить нормальную резину, которая шла родная, грубо говоря, с этим автомобилем. Ну, покупалась. Сейчас увидите. Но в чем нюанс? В этом году я решил подойти более грамотно к процессу установки и замены колес. В частности, я приобрел динаметрический ключ. Если вы читали руководство по эксплуатации, то знаете, что там написано, что произвести крепеж болтов колеса моментом, усилием в момент 140 ньютон. 140 ньютон. 155 страница руководства по эксплуатации Шкода Октавия 8. Не надо мне писать всякую ерунду. И вот, что такое 140 ньютон? 140 ньютон — это хорошее такое усилие рукой, без прыжков, рукой этого ключа. Но насколько сильно затянулось это? Как откручивалось? Давайте посмотрим. Просто встаю. Вот вам. Довольно-таки серьезно. Получается, это, ну, хорошее усилие. Такой момент еще. Я затягивал крест-накрест, и мне там, как всегда, написали, что колесо открутится и скоро отвалится. Пройдено 1100 км по городу. Как видите, колесо на месте. А болты, вес у меня чуть меньше 80 кг. Видите, приходится вставать на ключ. Не прыгать, просто вставать. Получается довольно-таки серьезное усилие. 140 ньютон. Ладно, давайте посмотрим, что у нас все дальше. Я буду все проверять, изучать, все увидите сами. Естественно, предварительно мы установили противооткаты на передние колеса. Здесь мы устанавливаем домкрат вместе отмеченным. Даже, видите, я чуть не понял, сейчас еще сместим. Вот отмеченное место я чуть поставил левее. Сейчас исправим, поднимаем. Болты уже раскрепили, будем менять колесо. В этот раз мы пойти дальше в своих измерениях. Толщина диска, замеряем микрометром, 9,8. Пробег 15 тысяч километров. Шкода Октавия 8, 9,8. Тормозные колодки, что сказать. Так, где-то щуп-то. Десятка уже не лезет, восьмерка еще болтается. Короче, тут примерно, ну, ближе к 9. Так, кто не в курсе, резьбы на болтах мы ничем не смазываем. Это написано в руководстве по эксплуатации. Так, надо сделать отбраковку. Даринаш. Щетка металла, да? Резьба бита, блин. Очистить. Короче, резьбу не чистим. Приобрел себе торцевую головку на 17. Так проще. Диск сразу. Да, диск грязный, не помыл свое время, было лень. Ну ничего страшного. Главное, ступицу протер. Это, по-моему, завтра. Сейчас производим первичное крепление наших болтов. Как говорится, звездочкой. Так, как там звездочкой? Эту мы крепанули. Получается, теперь вот эту. Потом вот эту. Потом вот эту. И потом вот эту, да? Звезда получилась, да? Ладно, опускаем домкрат, чтобы колесо у нас не вращалось, чтобы не крепить на домкрате. Потом ключом моментом 140 закрепляем. Вы уже, возможно, видели мой ключ, выставленный 140 ньютон. Фирма выбирает себе любую, если купил, такой купил. В чем нюанс? В процессе первой установки выяснилось, что длины отступа от колеса до кузова одной такой головки мало. Пришлось купить удлинитель. И сейчас будем крепить 140 ньютон. Стали. Есть. Так, как там звездой-то? В чем прелесть этого ключа? В том, что не надо ничего перетягивать. Никакого сомнения. И вообще купил я, потому что начинала болеть спина.
А так дрынь, как видели, и все, проблем нету, затянуто. Можете перепроверять, не перепроверять, но 140 ньютон, то 140 ньютон. Продолжаем наше измерение. Диск у нас, может, тут замерили уж, как его там, микрометром. Короче, 24,5 толщина диска. По колодкам спокойно лезет десятка. Даже болтается, короче, по колодкам 11. Пробег, еще раз говорю, 15 тысяч. Но кто будет говорить, пробег маленький, ребята, а сколько раз ваша машина тормозила 220-90? Сколько раз? Ни одного раза в жизни? А эта машина два раза тормозила. Почему? Ну, была гонка, был замер, был радар. Многократно тормозила со 150 до 70. Так что нагрузка на тормоза и тормозные колодки, тормозные диски, диск колоссальная. А износ, как видите, пока что радует. Минимальный. Кстати, кто хочет нам прислать свои измерительные приборы, генометрический ключ, там, другой фирмы, спокойно присылайте. Если вы хотите доказать, что ваше оборудование лучше, пока, ну, докажите это, пришлите нам, мы его проверим, покажем людям. Проблем нету. Как видим, мы все улучшаем, процесс работы. Там крат у нас пока стоит оригинальный фольксвагенский, но мы готовы к всему. Осветительный прибор нам тоже нужен, так что любая фирма, которая занимается распространением, продажей спецоборудования для таких рода работ, присылайте, все разберемся. Продолжаем замеры по микрометру. Диск 24,9, там, насколько я помню, 24,8, да? 24,9 ровно. По тормозным колодкам. Что внутреннее, что внешнее, что внутреннее, спокойно залазит. Так, двенашка уже не лезет, но десятка лезет. Видите? Десятка лезет и болтается, что здесь, что там, получается по 11. Как видим, запас еще у нас имеется и приличный. Это тоже радует. Продолжаем наше измерение. Заднее правое колесо. Диск у нас так. Сейчас замерю. 9,50. По колодкам восьмерка лезет, болтается, что наружу, что внутренне. Вот такие данные. Итак, итоги. Выполнили работы по самостоятельному шиномонтажу, вернее, переобувке транспортного средства. Что вам потребуется для того, чтобы самостоятельно, качественно производить такие работы в удобное для вас время и, главное, грамотно? Во-первых, баллонный ключ. Оригинальный ВАГовский номер 4D0012219A. Сразу же ему стачиваем грани из, или там термоусадкой или изолентой заматываем, чтобы грани вам не царапали диск. Но может быть проще пойти моим путем. Купить торцевую головку на 17. Она кругленькая и уже ничего не царапает. Потом к ней мы докупаем удлинитель на ключ, потому что иначе вы можете ручкой ключа задеть крыло. Покупаем ключ, марку вы можете выбрать сами. Ключ должен быть выше 140 ньютон, потому что по документам затягиваем болты моментом 140 ньютон. Повторяюсь, если какая-то фирма хочет предоставить нам свое оборудование для использования в наших роликах, ключи, замеренные устройства, легко, спокойно присылайте адрес. На Google есть. Также берем штангенциркуль для замера дисков. Можем брать обычный пластмассовый. Я купил себе еще микрометр. Но как получается, этот штанген даже пластмассовый более-менее работает. Но главное, чтобы, видите, у него ножки расходились. Иначе вы ничего не замерите. Чтобы здесь был зазор, чтобы он не был ровным. Чтобы вы так завели за кромку выработки, если у вас есть она, и замерили. И, естественно, щупы для замера толщины тормозных колодок. Один раз купил, всю жизнь пользуешься. Где-то видели на ТО у дилера такой комплект? Не видели. А вот так он должен быть у всех. Ну и можно еще отвертку, чтобы он прям в домкрате там крутить, когда у вас гараж, например, имеется какие-то проблемы с площадью помещений для работ. Поставьте лайк, подписка. И также смотрите наши ролики. В дальнейшем будем проводить самообучающие ролики по балансировки, вулканизации и перебортировки колес. Вас зовут лайк, подписка. До свидания.
can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.